А что ты делаешь? Я медитирую на своей картине. Жду потока. Да и мне скажешь, что нужно дальше рисовать, что нужно дальше делать. Вчера вот этот чувак родился с 3 вечера. Нет, говорит, возьми, сейчас попай. Caminando por la calle del pueblo cura, qué nivel de calentura, sudando el corazón. Aquí камеры кругом просто, вообще когда-нибудь заметили эти камеры. Это кусочек розового кварца. Розовый кварц — это проводник божественной любви. Сколько ты раз уже перемазываешь? Нет правил, что делать. Ты играешь? Не понимаешь? Похоже на... Ты убуд? Ты рэп? Ну, вообще, родилась в России? Нет, в Литве. В Литве. Поэтому, когда меня спрашивают, откуда ты, у меня немножко ступор, я не знаю, что ответить. Я родилась в Литве, в Латвии. Наверное, только родилась. 15 лет жила в Санкт-Петербурге. С 15 до 24 стали. Сейчас мне 27 лет. Как ты попала в убуд? Все началось с ощущения. То есть все внешние обстоятельства были, в принципе, более чем благоприятны для жизни. Когда я сижу в каком-то ресторанчике на берегу моря, у меня красивое платье, маникюр, стоит тарелка с вкусной едой, с красивой запас вина красного. Я смотрю на горы родины и Франции. И ощущение то, что я здесь, а моя жизнь где-то там, меня не покидала. Я писала свой личный дневник. Вот я его открыла и снова пишу, как мне хочется увидеть дальние страны, испытать себя, полететь. И потом я начала листать назад страницы дневника и нашла запись ровно год назад, где я писала то же самое. Как я хочу улететь, увидеть дальние страны. И в этот момент, прям в моменте осознание пришло, что я могу так всю жизнь хотеть и мечтать, что-то попробовать. И никогда этого не сделать, что прошел уже год, а я до сих пор здесь сижу и все так же. Пришла к нам и говорю, я полетела. Куда? Я говорю, в Индонезию на Бали. Он говорит, зачем? Я говорю, я не знаю. А что там будешь делать? Я не знаю. Где там будешь жить? Я не знаю. Как ты будешь зарабатывать деньги? Я не знаю. Одни не знаю. Я полетела. Vamos a abrazarnos y a contarnos todo. Vamos de la mano a revolcarnos en el lodo. Vamos a jugar a camuflarnos de madera. Vamos a sentirnos parte de la cordillera. Расскажи мне о острове, как ты его видишь? Так вот, остров с людьми делает то же самое. Он скрывает вот так, и начинается просто выходить все, что человек есть внутри. То остров, скорее всего, будет раскрывать твои таланты. И весь этот потенциал еще больше, ну, возьмет еще больше силы и раскрутится. И подарит очень много возможностей, встреч, людей, идей, всяких озарений, вдохновений. Он волшебный, но он строгий тоже. Учит и обучает, если есть у тебя где-то какая-то пробоина,
что он обязательно покажет тебе ее и расскажет, как ее можно починить. У каждого человека изначально все уже есть внутри. Мы все талантливые, и когда приходим в эту жизнь, рождаемся, все дети чистые. Но людям нужно просто вдохновение на то, чтобы поверить в себя и раскрыть эти таланты. Поэтому я здесь живу. Остров дарит возможности. Возможности, которые не дарит большой мир. Большие города, где люди заняты выживанием. Встал, пошел, побежал, работал, вернулся. Поставил пробки, реклама, звуки, картинки. Все сделано для того, чтобы отвлечь человека от себя. И переключаться только на внешнее. Это называется побуждение. Понимаешь, кто ты, понимаешь, куда тебе нужно двигаться и идти. Ты начинаешь жить своим путем, своей душой, и все складывает. Если это действительно то, что ты должен делать, то вселенная и все пространство, ситуация будет складываться так, что ты прям чувствуешь, что да, оно все так складывается, как пазл. Тык-тык-тык-тык, и ты практически ничего для этого не делаешь. Ты просто живешь вот со своим потоком, и все складывается. Начинает все просто вид магии внутри. Это знак того, что да, это не то. Какая одна из самых вещей, самая главная в жизни? Проживать себя. Проживать себя? Да. Проживать свое предназначение, свой путь, свой истинный характер. Принимать себя таким, как ты есть. Не стараться быть похожим на кого-то. Или да, какие-то общие понятия, да, что такое счастье, что такое хорошо, что такое круто. Жить так, как говорится, твое сердце, как ты чувствуешь. И важно, что это может быть нестандартно, например, или как-то осуждаться, может быть, обществом, родителями, друзьями и так далее. Если ты чувствуешь, что ты хочешь это сделать, просто сделай это. Нет одинакового рецепта для жизни. Para relajarme. Para relajarme. Necesito esa tormenta para relajarme. Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua clara o la cordillera. Va bajando mi amor, tú me vas quitando el calor. Eres lluvia, eres como el agua.